Привет, друзья, и нас уже 5000 человек. Спасибо вам всем огромное. Спасибо всем, кто подписался на канал. Спасибо всем, кто ставит большие пальцы. Спасибо всем, кто оставляет комментарии. Спасибо всем, кто в нашей группе ВКонтакте, кто комментит все наши посты, отвечает на всяческие опросы там и так далее. И в связи с небольшим затишьем между видеороликами, которое на самом деле связано, конечно, с тем, что мы готовим свежую линейку, в том числе и по самому популярному формату на канале на данный момент, пока все играют. И чтобы канал не простаивал, пока все вот эти приготовления проходят, я решил записать вот это небольшое видео, в котором в первую очередь мне очень хочется поблагодарить всех, кто донатит на развитие группы, потому что благодаря вам я смог купить вот такую замечательную штуку. Я надеюсь, вы сейчас слышите достаточно большую разницу между последними роликами в звуке, потому что вот сейчас... Я ничего не говорил, потому что если близко говорить в этот микрофон, то будут просто огромные пики. Ребят, без вас этого бы ничего не получилось. Огромное вам всем спасибо. Если кто-то не понимает, о чем я говорю, то в нашей группе ВКонтакте есть все реквизиты, по которым вы можете поддержать наш канал, там скинуть какую-то денежку на WebMoney или Яндекс.Деньги, которые идут абсолютно полностью на развитие канала. Сначала при помощи ваших донейтов я купил замечательное устройство видеозахвата, при помощи которого можно HD снимать с видеоигр, о которых я, собственно, рассказываю. И вот сейчас, наконец-таки, я купил великолепный микрофон, чтобы не было вот этих петличек, которые, кстати, ужасно фонят. Спасибо, в общем, вам всем огромное. И еще отдельно очень хочется сказать спасибо тем ребятам, которые не остаются безучастными к моим просьбам, которые я периодически пощу на своей странице и делаю репост в группу. Иногда для съемок роликов, как, к примеру, для съемок ролика, который мы сейчас готовим, нам нужен был планшет на андроиде, и покупать реально девайс там за over 20 тысяч рублей просто для того, чтобы он на 3 минуты промелькнул в ролике, мне кажется просто бессмысленным. И есть люди, которые откликаются на мои просьбы и дают их поюзать. Вам огромное спасибо. Вот если говорить о последнем ролике, я хочу сказать огромное спасибо Илье Сергеевичу, который и дал поюзать планшет. Вот ролик, для которого я у тебя, Илья Сергеевич, этот планшет просил, скорее всего, будет следующим на канале. Ребят, многие мне пишут в личку, в комментах ВКонтакте, где видео про игры. Видео про игры будут. Просто сейчас я хочу немножечко расширить, так сказать, область охвата нашего с вами общего канала, не только до видеоигр, но и до комиксов, до какой-то вообще, в принципе, общей гик-культуры. Можно взять, к примеру, хотя бы тоже шоу «Пока все играют», которое имеет сейчас самые большие рейтинги по просмотрам на канале. Ребят, все будет. Будут и видеоигры, будут комиксы, будут книги, связанные в той или иной мере с видеоиграми. Будет все, поэтому не расстраивайтесь, не отписывайтесь. Спасибо всем, кто остается с нами еще раз. Также хочу вам сказать, что в ближайшее время на канале, я сегодня немножечко спойлеров вам закину, будет продолжение одного из самых популярных после «Пока все играют» шоу на канале про самые дорогие игрушки. Ребят, будут гости, будут гест-стары, как это называется там еще по-другому. В общем, stay tuned, как говорится. Помимо всего вышеозвученного, я также помню о том, что в нашей группе ВКонтакте есть специальная ветка, в которой вы можете задавать вопросы мне, кластеру или любым другим ребятам, которые появляются в уютном подвальчике. Я помню, что я обещал в одном из специальных там последующих видео на эти вопросы отвечать. Сегодня именно вот то самое видео, сегодня тот самый день, поэтому предлагаю сейчас именно этим и заняться. Итак, вопросы из темы. Вопрос номер один задает Сергей Семенов. Блин, почему мне кажется, что я его знаю? Почему ты такая жопа? Спрашивает Сергей Семенов. Ну, наверное, потому что я люблю покушать.
Следующий вопрос задает Артем Федоров. Игровая консоль или ПК? Ты знаешь, мне кажется, на этот вопрос уже отвечал Винни-Пух. Пух, тебе что намазать? Мёду или сгущенного молока? Тебе мёду или того и другого? И того и другого, и можно без хлеба. Еще один вопрос от Артема Федорова. Tomb Raider или Uncharted? Ну, на самом деле Jill of the Jungle, но если нужно выбирать именно из этих двух... И того, и другого, и можно без хлеба. Следующий вопрос задает Павел Воля. Окей. Виктор, добрый вечер. У меня два вопроса к тебе. Вопрос номер один. Собираешься ли брать Neo Geo X? И если взял уже, то как тебе этот девайс? Neo Geo X брать не собираюсь, потому что если я захочу поиграть в игры от Neo Geo на эмуляторе, я смогу это сделать бесплатно. С огромным удовольствием взял бы самую настоящую консоль Neo Geo, но цена на картриджи для Neo Geo, тавтология, достигает таких запредельных высот, что, пожалуй, я лучше возьму и консоль, и картриджи поиграть у Василия Аками. Вася, привет. Второй вопрос от Павла Воли. Какая у тебя любимая часть из франшизы Street Fighter? Ну, на самом деле, Tekken я люблю больше, чем Street Fighter. Но, наверное, на ответ это не покатит, поэтому, если брать Street Fighter, то, наверное, моя самая любимая часть — это Super Street Fighter 2 Turbo. Потому что, когда я был шкетом, или шкетом, не знаю, как правильно сказать, на мое счастье, на одном из сборников Classic Found Super Street Fighter 2 Turbo у меня была на PC, и мы с ребятами достаточно долго и с огромным удовольствием в нее залипали. А сейчас вышло просто шикарное переиздание на PlayStation 3 в HD Super Street Fighter 2 Turbo, в которое я тоже с огромным удовольствием играю. Ну а если хочется прямо олдскула, то я поиграю в него же на 3DO. Там тоже очень классная версия. Практически, по-моему, такая же, как и была у меня на PC. Поэтому, наверное, Super Street Fighter 2 Turbo. Следующий вопрос задает Владимир Васькин. Расскажи про свой топ сериалов. Слушай, ну, любимые мои сериалы ты можешь посмотреть в моем профиле ВКонтакте, а топы все-таки, наверное, составлять я не горазд, и, наверное, это тебе лучше обратиться к Ликею. Следующий вопрос задает Кирилл Полянский. Пошли на Крюгер 8 ноября сходим. Блин, уже конец апреля. А не, нифига, на Крюгер 8 ноября мы сходили, и, кстати, было достаточно круто. Поехали дальше. Еще один вопрос от Артема Федорова. Чужой или хищник? Ну ты понимаешь, да? И того, и другого, и можно без хлеба. Следующий вопрос задает Федор Лукьянов. Как у тебя возникла идея снимать уютный подвальчик? Ну, в тот момент, когда я начал работать продавцом, я увидел целую кучу лузов с покупателями, продавцами, собственно, каким и был я, и начальником, и подумал о том, что народу будет интересно услышать про это, и так идея родилась. Это был последний вопрос на сегодня, я надеюсь, что никого не обидел. Если вдруг у вас возникают вопросы, напоминаю, что вы можете задать их в нашем паблике в группе ВКонтакте, и в одном из следующих видео 10, 50... Может быть, 100 тысяч подписчиков, я обязательно на них отвечу. А сегодня на этом могло бы все и закончиться, но буквально позавчера я совершенно случайно еще раз зарулил на барахолку, с которой я уже выкладывал фотографии в группе, где я купил 11 картриджей для Sega за 200 рублей, и мне совершенно случайно на этой самой барахолке попался в руки вот такой вот замечательный большой Walt Disney словарь. Мне показалось немного лишним, что ли, если это можно так сказать, выкладывать отдельный ролик про это прямо на канал, поэтому я сделаю его закрытым, и если кому интересно поглядеть внутрь, вот где-нибудь вот здесь вот я оставлю ссылку на видео про эту книжку. Надеюсь, что это будет интересно, а то сейчас будете опять рассказывать, что вот опять наобещал игр, а игр нету, опять книжки. Ну, в общем,
Спасибо вам всем огромное еще раз. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что ждете. Спасибо, что оставляете комментарии. Мы с вами увидимся совсем скоро. Буквально через неделю или через две вы увидите, ну максимум через две, вы увидите следующий ролик. Еще раз, как говорится, stay tuned. Всем спасибо. До скорых встреч. Удачи!